есть такой процесс, вот, бракоразводный, масштабный, к сожалению, да, связано это там с какими-то бытовыми вещами, либо, опять же, вот о чем вы говорите, неподготовленные люди там, допустим, принимают решение, да, на волне там, может, не знаю, цветочно-конфетного периода, да, а потом все-таки сталкиваются с житейскими трудностями, с психологией, опять же. Проект разработан в рамках Национальной общественной программы развития человеческого капитала. Реализуют его на базе Бийского педагогического колледжа. Авторы семейного старта особое внимание намерены уделять психологической подготовке будущих супругов. Кроме консультации, молодежь в обязательном порядке ждет специальный тренинг, где в разных ситуациях парни и девушки примерят на себя роль мужа и жены. Тех, кто преодолеет этап, ждет помощь в организации свадьбы. Первыми работы экспертов на себе опробуют 5 бийских пар. Для подтверждения необходимости внедрения данного проекта нами было проведено психологическое исследование. В тесте вопросы касались именно отношения их к браку, отношения к будущим детям, отношения к пробному браку, наличию навязанности, мнения со стороны окружающих. 10% опрошенных не готовы к вступлению в брак, частично готовы 52% и готовы к браку 38%. Александр Прокопьев намерен оказать информационную поддержку проекту. По мнению депутата Госдумы, программа подготовки к созданию семьи будет востребована и найдет большой отклик, так как основа семейного уклада и ответственного отношения к браку в таком формате в крае больше нигде не разъясняют. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости.